Здесь достаточно густо посажены березы, низкие ветки, которые прямо опускаются, листва мешают тут свету вот здесь, прохождения. Да, вот это хочется, чтобы... Тем более они уже небезопасны. Заведующая детским садом Надежда Душкина хорошо помнит, когда садили эти березы. 38 лет назад пришла работать воспитателем. Тогда и началось активное озеленение пустых детских площадок густым березняком. Сегодня старые аварийные деревья нужно кронировать, подрезать и убирать сухие ветки, чтобы детские участки для прогулок стали максимально безопасными, уверена педагог. Очень много детей сейчас аллергии идут. И когда начинается цветение березы, детки просто у нас начинают тоже цвести вместе с березой. Поэтому мы убрали по возможности большое количество веток нижних. И думаю, что это будет только нам на благо. Освещенность участка станет намного больше, безопасность детей. Мы обработали уже 12 садиков. А остается самый крупномасштабный садик, это вот 253 получается. Очень много здесь плохих, гнилых, сухих веток. Одну машину вывезли, еще две планируем вывезти. Навести порядок на площадках ижевских детских садов решили в городской администрации. Впервые запустили проект «Территория детства». Депутаты Гордумы заранее провели мониторинг. С сотрудниками детских садов и активистами родительских комитетов обследовали более 200 детских территорий. Выявили, большинство нужно срочно благоустраивать. Наводить лоск в детсадах будут по очереди. Подход комплексный. Ремонт асфальта, установка освещения, кронирование деревьев. Абсолютно не факт, что все три позиции будут проходить в каждом детском саду по потребностям, там, где это есть необходимость. Первые работы по асфальтированию и освещению в первых 25 детских садов пройдут уже в этом году. А сейчас идет этап кронирования деревьев на всех территориях, там, где это необходимо. Данный проект будет рассчитан на 5 лет. Будут проведены работы на 220 территориях детских садов. Кронировать деревья будут до конца марта, чтобы успеть до цветения. Работы проведут на территориях более 130 ижевских детских садов. Елена Обуховская, Юрий Егоров. Новости.